Талант и ловкость этих ребят позволяют им покорять не только высоты, но и наши сердца. И похоже, что в этот раз ребята действительно поднимутся очень высоко. Этот проект такой именно телешоу для нас как бы первый раз. И нам как бы интересно, и хотим вот продвигать такой как бы цирковой жанр. Волнение очень интересное. Участвовали, например, в фестивале или в цирке выступали. Такого волнения не было. Здесь как бы что-то новое. И я скажу, это просто пройтись по одной линии тяжело, а тут пройтись по тросу и вот так вот. Это круто. Не думаю о плохом, только о хорошем и как бы концентрация. Уверенность на высшем уровне, как бы. А так можете представить, как бы высота 5 метров. Команда канатоходцев Сураншиевы. Восхитительный номер. А вот с риском для жизни. Я там так понял, то, что не все были со страховками, да? А только вы со страховками. Замечательный номер. Я не знаю, просто у меня слов нет. Спасибо большое за этот номер, за эти эмоции. Спасибо вам. Вы просто шикарные ребята. Я, честно сказать, была
Я держалась, у меня аж мурашки выбежали, я кричала на весь зал, что у меня мурашки без страховки, еще такие номера показываете сложные. Вы крутые. Спасибо большое. Команда Суранчиевы. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.